Месси поставишь и крест, а для любви его сердца нет свободных мест. Но, как Пизда. известно, жизнь меняет все его случаи, и луч солнца развеет, может, тучи. Неважно, кто ты, неважно, сердцем или без, Бог или сатана, неважно, ангел или бес. Hello! Да меня, блядина, сука, хейтер, твоя мама шлюха! Пиздец же был. Просто признай, что ты гей, блядь. Я гей. Вот это поворот! О, да ты охуел! Да ты охуел! Друг, ты... Ой, отдайте. Аптеку дайте. Абец, верните, суки. Аптеку дайте. Аптеку дайте. Абец, вернули быстро, блядь, алло. Аптеку дайте. Я не брал. Аптеку дайте, ноготь буду сейчас. Вы охуели, что ли? Аптеку дайте, ноготь буду сейчас. Компенсатор, на, отдайте мой. Аптеку дайте. Бабун, да паник, подставляйся, еще прилетит в голову. Прилетело мне, казак ебучий, ты заебал ты, блядь. Сука, у тебя там, блядь, стоит этот шульн. Автонаводка, блядь, ебаная, блядь. За меня весь Казахстан болеет, братка вампир. Хип циркуль, я чего-то походу не догоняю, но заруба за победу аппетит нагоняет. Да меня, блядина, сука, хейтер, твоя мама шлюха. На шутку. Парень приходит в бар, подходит к бармену и говорит: «Бармен, хочу заключить пари. Ставлю $300,000, что смогу помочиться в тот стакан, не пролив ни единой капли». Бармен посмотрел на стакан, а стоял он в футах так 10, и отвечает ему: «Значит так, ты хочешь сказать, что ставишь 300 и помочишься в стакан, что стоит там, не пролив ни капли?» Клиент взглянул на него и говорит: «Верно». «По рукам, юноша», — отвечает бармен. Парень приступает к делу, достает свой конец, смотрит на стакан, думает о стакане, думает о нем, думает о своем конце. Конец, стакан, стакан, конец, стакан, конец, и вот он начинает мочиться. И он замочил все заведение. Помочился на стойку, на столы, на пол, на телефон, на бармена. Забрызгал своей мочой все, кроме стакана. Такие дела. Бармен смеется. У него в кармане 300, он доволен, что с лица капает моча. И он говорит: «Ну и дурак же ты, приятель, ты помочился везде, кроме стакана, и должен мне $300. Парень говорит: «Простите, одну секунду». Он уходит в соседнюю комнату, а там парочка играет в бильярд. Он подходит и что-то говорит. Возвращается в бар: «Мистер бармен, ваши 300». Бармен его спрашивает: «С чего ты такой счастливый? Ты проиграл $300. Парень отвечает: «Видел ребят за бильярдом? И я поспорил с ними на 500, что смогу помочиться. Помочиться на стойку, на пол, на телефон, на тебя. А бармен не только не огорчится, но будет счастлив». Правда смешно? Он будет только счастлив. Попробую угадай.